Маркес в истории одного Маконда, написанной им в 20 веке про Латинскую Америку, использовал все матрицы истории одного глупого, которую написал Салтыков-Щедрин в середине 19 столетия. Получилось так, что только Маркес сумел использовать гениальный опыт Салтыкова-Щедрина, опыт иронической, героической, эпической поэмы, в которой все сказано о национальном характере на крошечном, в общем, 300-страничном пространстве. Мы попробуем проследить, каким образом Щедрин научил Маркеса и каким образом Латинская Америка, нанесенная Маркесом на карту мира, с его помощью преодолела свою матрицу и стала обновленной, гораздо более интересной страной.